It's good to live expensive. Блэр, почему ты ничего не сказала мне? Вообще так не делается. Селен, понимаешь, я не хотела, чтобы ты там кто-то узнал. Что значит кто-то? Мы друзья или кто вообще? Я бы никому не сказала. Селен, ну такие обстоятельства были, ну что я могу сделать? А как насчет Нейта? Ты о нем подумала вообще? Так для него это все и делается, чтобы он понял, кого потерял. Ну ладно, Блэр, только вообще, что больше так не будешь делать, хорошо? Хорошо. Много, такая жара сегодня, да? Я вот думаю, может поехать на пляж? Кто это? Да, никто. Зачем ты врешь? Это же Ричард. Я не обязана перед вами отчитываться. Нормально, Сирена. Столько лет дружим, все друг другу рассказываем. А тут какие-то тайны. Да, Ванесса, ты так бесишься, потому что Ричард обращает внимание на меня. Девчонки, нашлись, за кого ссориться? Ой, ладно, мне пора. Давайте, пока. Пока. Алло, Ричард, привет. Ну что, завтра увидимся, да? Как и договаривались. Ну ладно, давай тогда, пока. Куда вы собираетесь ехать? Ой, мы пока не решили. Может быть, на Крит. Здорово. А как же с выступлением? Тебе же надо поступать в этом году в университет. Ну, я уже отправила заявление, и вот сейчас жду ответа. Здорово. А на какой факультет ты отправила? Я, наверное, пойду на архитектуру. Архитектуру. Ты давно интересуешься? Да. Я сейчас гуляю с Ричардом. Хватит меня постоянно ругать. Ты мне не отец. Все, я сама буду решать, с кем мне встречаться. Пока. Какие-то проблемы? Все нормально. Просто мой брат дебил. Ой, ты знаешь, я уже проголодалась. Да? Тогда можно пойти ко мне, я приготовлю ужин. О, ты умеешь готовить? Я не только готовить умею. Глупости сейчас. Мне тоже, если честно, вообще. На самом деле, мне даже не нравится. Это, что ты как будто мне кто-то подменил. Ну да, мы как маленькие девочки, знаешь, бегали. Зря только поссорились из-за такой ерунды. Ай, да, не говори. Слушай, у нас сегодня в клуб сходим? Да. Я не звоню, что вместе сходим как раз. Алло, привет. Не хочешь сегодня в клуб с нами сходить? С Сиреной, не с собой. А чё? Ну ладно. Давай, пока. Что? Не пойдет, она устала, говорит. Странно. Алло, привет. Дженни? Она только что сказала, что она идет домой. Она с Ричардом? Она с Ричардом. Дженни с Ричардом. Нейт, мы что-нибудь придумаем, не беспокойся. Все, мы позвоним, как что-нибудь решим. Пока. Что будем делать? Она ждет, я творю. Сирена, кто? А ты вообще знаешь, куда идти? Конечно, не знаю. Ты знаешь, где живет Ричард? Да. А ты до этого с кем-нибудь встречалась? Да, у меня был парень, но он уехал. А как давно он уехал? Он уехал прямо перед Рождеством. У вас были серьезные отношения? Знаешь, я не хочу об этом говорить.
Может, ты хочешь чего-нибудь выпить? Нет, давай попозже. Болит голова. Ложись на кровать. Что? Ложись на кровать, я сделаю тебе массаж. Ты же сказала, что пошла домой. Это вы что здесь делаете? Убирайтесь из моего дома. Вы как сюда попали вообще? Как ты вообще разговариваешь? Пошли вон. Вот пошел.